Всем привет, с вами Квина, и мы продолжаем наше путешествие в мире Даркс. Блин, парень, ну ты меня напугал. О, это была девчонка. Сейчас микрофончик подвину. Продолжаем путешествие в мире Dark Souls. Dark Souls, всем вам приветик от меня. Опять. В общем, что интересно могу сказать. В прошлой части мы избавились от... После прошлой части мы избавились от Вьюги. В прошлой части мы нашли ключик. Каждая серия у нас с приключениями. Ничего не забываем, проходим все углы. Поэтому, поскольку у нас Вьюга прошла, разморозились все вещи скрытые. Сколько можно. Поэтому я прохожу все те же самые места, чтобы узнать, что же там было спрятано. За углом ничего, никого нету. Все тихо пока что. Так, иди ко мне поближе. Дубинка. Это не только ценный мех. Никто не нападает там? Нет, сидит в углу спокойно. Правильно сидишь. Интересно, а я смогу в него попасть? Костер впереди. Позади, я в ужас рассказала. Да, в него можно попасть и приманить к себе. Вернись. Поскольку у него нет щита, то неплохо снесли немножко. Вначале так. О, клёво их так обходить сзади. Чуть перевернулся. Так, ничего, да? Приятного, с тебя не упало. Опа-па, тут эти девчонки сверху сидят опасные. Вы помните, да, у них кинжал, который пробивает щиты. Интересно, можно его выбить из них? Ну, что, сейчас я вас расстреляю. Я же знаю, вы спуститесь. Начните на меня пачками нападать. Одна умерла, остальные забеспокоились, да? Играем на опережение. Так, ничего, блин, упало, да? Жадные какие тетки. Пошли. Кто там смотрит за нами из окошка? Никто не смотрит. Ага, эти мертвые. Иди ко мне, что там стреляется этот парень. Иди сюда. Я как-то быстрее стала ходить в бронеливчике. Не заметили? Мне кажется, это связано действительно тоже с весом моего обмундирования, скажем так. Иди ко мне. Не-не-не-не, я не хочу, чтобы ты в меня попал в то время, когда я только в бронеливчик одета. Там же этот не очухается снизу. Очухается. Окей. Там еще это сидит. Хороший меч у меня, что тут скажешь? Так, 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 так. Хорошо, что пишут? Справа клад, ну да, мы там были. Нет желания подняться и ударить меня в спину. Почему во время вьюги они спокойно умирали? Так, ничего не выпало. Нет, 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 ну ладно. Так, тот самый дворик. Тот самый.
Здесь мы там находили что-то, уже подняли все, что можно. Я просто думаю, вдруг тут что-то было заморожено, лично я не помню. Но сходить стоит, да? На всякий случай. Чтобы мне ничего не снилось. Ну и проверим, заодно не выпало ли что. Девчонок. Сразу все в снегу такая. Ой, холодно, небось. В одном бронелифчике в снегу. Ай, блин, там эти парни страшные. Вот я хочу из них оружие. У них такая пика прикольная. Блин, а мне казалось, что я это открыла, дверь. Они же как открываются и открытые уже остаются. Мне так кажется. Выходи давай. И стреляется эта пика у него. И растет какими-то штуками. Ай, блин. Не навелось. И щит прикольный у него. И еще один на всякий случай. Ничего здесь не выпало, нет? Прикольный меч и щит. В общем, наборчик чуденький. Это можно же открыть? Нет, да, все равно. Я точно была уверена, что я открыла. Так. Ладно, идемте. Тут ребята и там ребята. Идем наверх. Кажется, те, что слева, не прибегают. Я тут открывала точно. Я просто посмотрела, не идет ли там. Шла его кругом. Посмотрела, не идет ли тот, что сзади. Ты умер? Не идет. Вау, что упало? Пика, голема, бастиона. Не уж... Может быть так. Идем, спрячемся. Посмотрим. Пика, неужели та пика, которая с него упала? Неужели это он ей нападал? Только ну дело, что я хочу его. И только, и тут же, неужели? Эти мечты просто исполняются. Это не оно. Да, нет, вот это. Нет. Тут. Пика. Пика. Каменная слада, серебра, пайта. Вау, какая клевая. 35-20. Пика, это значит големы, которые, пика големов бастиона, которых оживил король слоновой кости. Големы должны были сдерживать создание хаоса, не давать им пересечь стену. Когда ворота Элиум Лоис были распахнуты, город замерз и обезлюдил. Но големы усердно несли свою службу. С магией. Вау, какая клевая штука. Люблю такие штуки. Так, идем сюда. Попробуем ею на кого-нибудь напасть. Я думаю, без прокачки она, конечно, не очень. Поэтому давайте по старому методу. Так, нам этих еще надо убить. Это оказались совсем не молельщицы. О, у меня больше нету. Нету выстрелов. Нету стрел. Здесь никто больше не нет. Никто. Как ты умеешь? Почему я такое не умею делать твоими копьями? Это какая-то твоя личная магия. Ай, 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 ай. Все, файн. Голем бастиона скончался. Как я счастлива, что у меня есть
это пика. Вот, ключ от гарнизона. Вау, как красиво. Это гробы? Это гробы. Получилось. Это да. От чего все умерли, интересно? Так, зажжен. Все умерли. Все живые снова. Ладно. Что здесь? Смотри внимательно. Не падай, называется. Ох, красиво как. Ладно, что? Меч нормальный, фляга есть. Бежали вперед. Не хочу, чтобы вот эти воскрешались, опять их убивать. Не хочу. Нам еще сейчас разделываться с теми прозрачными парнями. Выходи. Ай-яй-яй, стрел нету. Я думаю, надо стрелы какие-нибудь сюда поставить просто. Что у нас? 86 железных, обычных. Пусть будут обычные. Я думаю, правда, они столько не снесут. Где? Сто сорок, типа 200 сносили. Чё, железо его станет, что ли? Так, сундуки. Окей. Ага, привет. Откуда ты вообще делала? А, ты там вот сидела, молилась сверху. Вот же ж коза. Смотрите, сундуки разные. Этот серенький, это черненький. А возле этого много крови. Может, там какие-то ловушки? Слава месть, да. И один из них был мимиком, кажется. Так, у нас есть от мимиков какие-то. Какие-то секреты. Должны быть эти какие-нибудь такие штуки. Вот 17, как раз хватит на них. На вот эти хватит, на остальные не знаю. Так, подходим, они не кусаются сразу. Таки мимика. Доспех. Окей. Не мимик. Не мимик. Он же потом обратно станет ящиком, не нападет на меня со спины. Все, все приличные. Цветом отличается, офигеть. Все, спи дальше. Кажется, мы достали луковый доспех. Гулера жды, окей. Светящийся жук. Ну, такие всякие расходные материалы. Старый луч, чистый самоцвет жизни. Хорошо. Главное, тут не открыть случайно. Кусок титанита. Я просто, мне показалось, что здесь какой-то смайлик нарисован. Ладно, сиди тут.
месть. Я думаю, здесь надо написать какую-то надпись. Типа, осторожно. Техники существа. Осторожно, монстр. Да. Надеюсь, кому-то пригодится. Я думаю, это можно убрать. Так, оно убирается. 12 штук осталось. Ладно. Так, мы здесь ничего не пропустили, да? Куча-куча всего. Да, сейчас там будут два парня прозрачные. Теперь мы их, правда, видим. Хе-хе-хе-хе. Ну, теоретически. О, эта штука тоже растаяла. Клёво как. Почему я их не вижу? Ходили. А вот он стоит. Все, ты один там. Я молчу, я напряжена, ожидаю подвоха, прозрачностей разных. Па-па-па-па-па, это было коварно. Без щита это хорошо. Фух. Стоит такой. I'm innocent, don't kill me. Да. Интересно, что это сделает. Здесь ничего не закроет. Клёво. Секретик. Ух ты шка, ух ты шка. Ты ж приличный сундук. Ну да. Специальный кинжал для для сундуков. Так, а что в тебе? Кстати, катаринский доспех не посмотрела. Но мне кажется, это тот рукой. Сейчас глянем. Шляпа Дургу. Шляпа Дургом, ля-ля-ля. А, вот это вот то, что у меня есть. Она клевая. Так, катаринский доспех. Да. У меня его, кстати, не было. Клево, 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 клево. Наконец-то собрали весь катаринский доспех. Они неплохие, эти катаринские доспехи. Парни, вы как тут? О, предмет. Большая душа отважного воина. Бальзам из золотого плода. Все взяла. Вроде все. Блин, прозрачный. Вы видели, прозрачный бегает? Но это не призрак. Это человек. Так, мы туда ходили. Нам теперь, мы теперь сюда можем спуститься. Привет. Клёво-то как. Интерная трава. Нам теперь осталось щит с того парня прикольного получить. Нам туда надо понапроходить. Там тоже куча всего могло отморозить. Отморозить все. Что-то мне кажется, что это тот проход, который ведет к той башне, где можно открыть дверь. Ой, ты посмотри, мы здесь были, вон здесь враги стоят. Уже два их. А, тут первый сначала его приманиваешь, окей. Я хочу посмотреть сначала там, где мы уже шли. Что-то я думала, что на мосту два призрака. Оказался один, ну ладно. Так, никто не обижает за нами, хорошо. Окей, ага, здесь был сундук. Да, разморозился. Ты приличный сундук, как?
Классно, что без минивиков не обошлось. Отлично. Выходи. Ай-яй-яй. Это меча, конечно. Направляемость не очень хорошая. Не очень хорошая управляемость. Я проялась бить рядом с мечом. Ой, рядом с ящиком. Либо Элизабет. Ну, так себе. Мы здесь были. Угу. Кажется. Боялась рядом с сундуком бить, потому что разобью же, потом ничего не достанешь туда. Враг стоит. И ко мне. Откуда эта тетка появилась с кинжалом? Вообще непонятно. Блин, сильно далеко. Иди сюда. Уязвимость, враг слева впереди. Хорошо. Ага, здесь мы вот эти штуки подняли. Хорошо. Идем дальше. Да там. Да, тут. Там с другой стороны никого нет. Хорошо. Ну, снизу попускается там парень. Три удара. Ты посмотри, он лечится. Это наглость. Ну, прикольно. Что там у нас? Справа и тогда слева, да? Иди ко мне. Это, кстати, те, которые со щитом. С наростами такими на спине. Так, а я здесь взяла блестяшку, хорошо. Не помню, нам наверх или вниз. Так, ага, здесь спуск вниз, а там наверху были собаки. Угу. И какой-то там был бортик, я не помню, там было что-то замороженное или нет. Везде за... Тут лестница, я ее не помню. Я не помню, что тут была лестница. Офигеть. Офигеть. Почему я ее не заметила? Смотрите, две ворота. Это вход? Это вход? И уже не... Тьма пробила ворота. Уже нет этих штук красивых. Ох, жалко. Может, эти штуки здесь намерзли, я поэтому не видела входа. Прикольно. Упал. Ладно. Сундук приличный. Но может быть с ловушкой все еще. Я вот думала, как же сюда забраться, интересно. Копье, пронзающее молнией. Интересно, заклинание. Там внизу теперь куча врагов сразу. Так. Интересно. Копье, пронзающее молнии. Отрицание. О, вот это для этих клириков. Созданное из первобытного чуда испускает копье из молнии. С момента появления чудес знающие люди пытались переработать их, приспособить своим потребностям. Вот плод одной из таких попыток. Ничего нового, но требования 50. Неплохо. Конечно, их можно понизить с помощью всяких разных штук. Что там внизу творится безобразное? Собаки нас ждут. Интересно, как они открыли дверь? Три стрелы надо на каждую. Там бродят собаки. Попаду? Нет. Нетушки. Ладно.
Побежали. Спускаемся. Офигенно, офигенно, очень жалко, было так красиво. Сопли хаоса красиво висели тут. Почему тихо, и никто на меня не набрасывается? Укусила, скотина. Так, поднять. Прочитать сообщение. Подняться. Я хочу, может, из них что-то упало. Потом я тут бегаю, ладно. Ты завис, да? Немножко. Все. Тут мы все подняли. А там. Давайте поднимемся на всякий случай. Вдруг там что-то разморозилось. Ну, собаку мы убили, в принципе. Да. Здесь больше ничего не было. Окей. Так, ну нам путь вниз, что же? Что же, что же, что же? Верните вьюгу. Было красиво. Что пишет? Ну да, но тут... Ах, могли бы это заморозить, было бы прикольно. Может помочь женщина, но дыра. Очень, очень интересно написано. Так, мы здесь были. Интересно, здесь что-то было, здесь что-то разморозилось или как? Мы все еще вряд ли сможем открыть эту дверцу. Или мы ее открыли? Нет, мне показалось. Нет, ведь никак. Ой, кстати, помните, там был спуск вниз. Ну, надо вот туда пойти. Что же, что же. Надо бы туда пойти. В следующей серии, я думаю. Здесь уже нет того парня, который на нас набрасывался. Он был типа призраком, что ли? Один раз убил и все. Один раз убил и свободен. Костер, да. Ну что ж, мы на этом остановим серию. Спасибо, что были со мной. Всем удачи и пока-пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.